Санкции нанесли ущерб республиканским коммунальным и ресурсоснабжающим организациям. Об этом на брифинге в Башинформе заявили представители Башртс и МУП «Уфимские инженерные сети». Нарушения в логистических цепочках привели к росту цен на оборудование и комплектующие материалы, и необходимые для летнего ремонта коммунальных сетей. Все это, помимо прочего, повлияло на срок выполнения подготовительных работ. МУП УИС испытывала сложности с конкурсными процедурами из-за временного отсутствия поставщиков. Даты окончания закупок сдвинулись примерно на месяц. Башртс пересмотрела режим подготовки к отопительному сезону. И, как сообщил руководитель предприятия Тимофей Дубровский, в июле и августе ремонтные бригады работали круглосуточно. Пришлось привлекать дополнительные ресурсы. Стоимость ремонта сетей выросла на 30-40%. Руководитель Башртс также рассказал, что из-за роста цен компания вносит правки в план ежегодных работ по обновлению ветхих сетей. В МУП УИС добавили, что в 2022 году организация обновила 7,5 километров тепловых сетей.